Ну что ж, а мы сегодня вместе с вашим личным экспертом Юлией Колосовой продолжаем обновлять ваш дом, обновлять ваш интерьер. И рады представить вам постельное белье, друзья. Ночная орхидея. Ночная орхидея представлена в трех размерах. Полутораспальный, двухспальный и евро. Это новинка. Потому что, посмотрите, фиолетовый ценник, обратите внимание, он же повторяется у нас на роскошном принте. Юля, давай красиво, расскажи, яркий, что это значит. Сочный, расскажи, Олечка. Да, друзья, фиолетовый ценник. Вот ты правильно, молодец, что обратила внимание. Что это значит? Это значит, что вы первый, кто видит это постельное белье на своих экранах. Это абсолютная премьера. В честь премьеры мы вам дарим скидку, друзья, посмотрите, пожалуйста. То есть сейчас 1190 рублей всего лишь стоит полутораспальный комплект. Есть еще двушечка и есть еще, как сказала Юля, действительно размер евро. Юля, орхидеи, их любит, мне кажется, просто каждая женщина. Ты знаешь, раз уж заговорили о женщинах, то я вам расскажу, что это не просто красивое постельное белье, а это еще талисман. Да, по восточным поверьям, вот женщины, которые находятся в поиске, или девушки, точно скоро встретят возлюбленного, если будут любоваться на орхидеи. Поэтому приобретайте постельное белье орхидеи, и ваша личная жизнь скоро наладится. Да, друзья, вот это здорово. Слушай, не зря я в магазинах начала скупать живые орхидеи. Нужно мне еще комплект постельного белья, и точно жизнь наладится. Скоро выйдешь. Итак, друзья, 1190 рублей сиреневый ценник и потрясающие эмоции. У меня уже настроение поднялось, потому что орхидея действительно просто потрясающий цветок, невероятно красивый. А здесь еще, мне кажется, Юля, он очень здорово выполнен, то есть очень реалистичный. Принт качественный, это самая настоящая фотопечать. Обратите внимание, как будто мы видим с вами действительно фотографию. Капельки, посмотри. Да, видно даже все жилочки у листочков, границы очень красиво выполнены у цветов и у листочков, и сделаны объемные рисунки композиции. Смотрите, капельки как живые, потому что здесь использовано огромное количество полутонов, поэтому цветы распускаются как настоящие. Ну а сиреневый цвет, вот этот фиолетово-сиреневый, слушай, мне рассказывали, что это цвет магии. То есть, если вы хотите, да, внести какую-то магию в свою жизнь, то нужно выбирать такие оттенки. Правду говорят, Юль? Правду говорят, даже, да, ученые так считают, что фиолетовый цвет еще и настраивает вас на отдых и успокаивает. Поэтому я вам рекомендую, выбирайте постельное белье, белье фиолетовых оттенков. Вау. Ну, тогда восстанавливающий, релаксирующий сон вам обеспечен. Слушай, потрясающе, действительно, потрясающие расцветки. И главное, простыня тоже яркая. А то, знаешь, бывает, да, однотонная простыня, а все остальное яркое. Вот здесь, здесь цветы на каждой детали. И простыня, и наволочки. А и они в комплекте, и 70 на 70 их размер, классический, российский. И все утопает в орхидеях, и очень красиво. Посмотри, поиграли дизайнеры. Еще и кружевные элементы добавили. Это вообще тренд весны-лета 2015 года, так что с таким бельем вам не будет, будет не только уютно, вы еще и будете в тренде. Итак, друзья, если вы тоже любите цветы, если вы любите вот это магическое ощущение, ощущение ожидания какого-то чуда, подарите себе вот это чувство. 1190 рублей за чудо, которое обязательно придет в ваш дом. Друзья, кстати, как только придет в ваш город этот комплект, только в этот момент происходит оплата. Нет никаких предварительных платежей и банковских переводов, то есть это ваша абсолютная гарантия и надежность. Юль, ну а сразу вопрос. Белье-то надежное? Белье надежное. Помните, в начале часа я вам обещала, что научу выбирать качественное постельное белье. Давай, и обращать внимание на те детали, на которые, может быть, не все обращают внимание. Посмотрите обязательно на швы при выборе белья. Они должны быть ровные, безупречные. Ниточки торчать не должны. Такими, как в постельном белье. Ночная орхидея. Посмотрите. Дальше смотрим с вами на краску. Я вывернула наизнанку. Посмотрите на наволочку. А краска чуть-чуть, только на полутон светлее. Так положено по ГОСТу, то есть прокрашены волокна хлопка насквозь. Постельное белье орхидея выполнено из 100% хлопка с очень прочным бязевым плетением. Поэтому выдерживает от 5 до 10 лет без потери качества. Значит, ваше любимое постельное белье орхидея прослужит вам долго, не затрется, яркость красок не потеряет. Это мы с вами сейчас еще и докажем. Друзья, наслаждайтесь этим бельем действительно год за годом. От 5 до 10 лет. Еще раз подытожу Юлины слова, на меня они, Юль, произвели действительно такое серьезное впечатление. 1190 рублей за такой долговечный комплект. Где вы еще это видели? Друзья, закажите себе это белье прямо сейчас, потому что ограниченная партия, пока действует цена премьеры, сэкономьте. Постельное белье «Ночная орхидея» выдерживает 400 и более
стирок без потери качества. Конечно, по технологии. Вы ее должны что стирать ты при творишь, температуре 30-40 градусов. И друзья, я сейчас продемонстрирую смотрите. Вам качество краски. Кипяток. Смотрите, 100% кипяток. Крутой, 100-градусная температура. Начинаем стирать наше постельное белье. Кстати, достаточно яркой оттенки. Краска здесь замечательно держится в волокнах. Посмотрите, кристально чистая вода. Ничего не окрасилась. Вот это если бы да. краска была некачественной, сейчас вода бы окрасилась в фиолетовый цвет. Вода остается прозрачной. Значит, краска, которую использовала для нанесения принта в ночной орхидее, абсолютного качества. Я напоминаю, что в прямом эфире мы с вами смотрим на качество краски. Все доказываем вот так вот вам воочию, чтобы вы убедились в качестве. Немножко остыло белье, продолжаю эксперимент. Смотрите, по нашим ярким краскам тру рукой разгоряченное белье, краска бы осталась. Нет, не остается. Рука абсолютно чистая. Это качественная краска, которая выдержит 400 стирок и не потускнеет на полутон. Значит, ваша любимая ночная орхидея прослужит вам долго. Вы будете спать в полном комфорте, абсолютно уверены в том, что ваши яркие орхидеи не потускнеют. То есть даже через несколько лет ваше новое белье будет выглядеть действительно как новое. Посмотрите, комплект белья «Ночная орхидея». Вы первые, кстати, да, друзья, вы первые, кто видит это белье на своих экранах. Так успеете приобрести себе новинку. 1190 рублей. В честь премьеры действует эта цена. Ограниченное время. Только до конца дня. Но еще и ограниченная партия. Не забывайте, орхидеи любит каждая женщина. Сиреневый цвет тоже всех нас вдохновляет, друзья. Миллионы женщин обожают эти расцветки.